Уже ладно, уже что сделаешь. Палыч, вот слева две мужчины, вот я. Так, чё делаем, пацаны? А, давай я вас вижу. Все, я вас вижу, сейчас я иду. Ну, лазите, блин. Давай туда же поедем, как бы, только на этот раз чуть-чуть аккуратнее, хорошо? Немножко аккуратнее. Не, тебе говорю. Да вы вообще надоели, ё-моё, вот это, мягко говоря. Вот я меточку поставил вот для пацанов. Все, погнали. Крайне ориентировочно. А чё, кто-то будет заводить? Топливо, блядь, заряжено, давай. Я понял. Вы меня водителем посадили. Сидят два голубчика, блин, молчат. Пехота, как минимум одно отделение имеет по паузе. А я сижу, думаю, чё никто не едет, ё-моё. А я думал, Павел за рулем. Да, я тоже так думал. Я думал, ты за рулем. Ну, а я думал, что ты. Чё там майкер у нас стоят? Да, оказалось, это не ты. Оказалось, это мужчина. Да, мужчины. Ну, даже солнца не видно, говорят. Здесь не хрено видно. Но мы в собственном ритме. Блять, у меня пинг 200, не понёшься. Как 200? У меня 170. У меня показывает 108, а у вас по 120, по 130. Метка хау. Мне показывает 200. У Павла вообще 140. На пехоте. Почему мы так медленно едем? Почему так медленно, я не понимаю. Подожди, тут какая-то механика новая, по песку типа ехать. Я думаю, нам нужен рекон. Лекрикон. Ну эта карта, мне кажется. Стреляй, вон они. Полагает. Сейчас нахуй. Ёба, народ, блядь. Вон, птица полетела. Припасы наши летят. Нет, не наши припасы, смотри. Ну вот видно. Я вообще пока ничего не понимаю. Ну это анимация. Да, вот там точка, там припасы. По стороне падают. Как раз таки, где Гарри. Вражеский гарнизон, метка хоу. Там наши пацаны. Вражеский гарнизон. Точная метка. Кто впереди? Ну, сможете обратно? Бля, он так понял, быстро закончил. Так, надо едем, надо что. Гарик, погоди секунду. Пехота на 12 часов. Правее чуть-чуть, на час. Вон они, вон они. Авианалёт есть? Вон он. Командир. Это труп, блядь. Не, а нихуя не труп. Это базука, блядь. Вот труп. Вон они, вон они. Лежит такой. Вон они. Гарик так не поставили, хотя припасы даже скинули. Вот так, командир отгибал. Танку надо въезжать туда прям. Не, это не они, это теперь. Они за барханом, блядь. Если нет, то... Ну вот, я видел, как они вон там пробегали. Да. Там их трое было, 2-3. Кто-то должен переброситься на ЛБР. Потерян? Ну-ка дай-ка въебу туда. Там танк вроде наш стоит. Куда ты бьёшь? Вон они, да. Вон они. Всё правильно бьёшь? Ты, блядь, базуку ёбни. Во, труп. Это второй. Там
куски ног рук, блядь, полетели. Да, да, вон да. Вон они. Это наши, нет? А, убили его, убили. Его наши убили. На Верочку еще туда. На Эльмирею, по сектам грызу. Мало ли кто там еще. Вон они, много, много. Блядь, пазик. Это наши, нет? Не-не-не, вон гарнизон, братан. Снял? А, все, слаб. Да, уничтожил. Вон еще. Вот чего оно. Вижу, да. Вот они. Не уничтожил, они появляются. Если кто. Там аванпост может быть. Да бухни, блядь, сюда эту хрень. Во. А, все, аван. Во, теперь уничтожил. Смотри слева от нас на всякий случай, проверяй, потому что мы в этом, вот здесь у нас этот стоит, триггер. О, простите. О, кого-то убил, блядь. Смотри. Кого-то убил. О, кого-то убил, блядь. А? Смотри. Кого-то убил. О, кого-то убил, блядь. А? Раз, два, три. Раз, два, три. Павлович, гори, блядь. Раз, два, три. Угу. Работает. Все работает. Ох, кто это был? Там, наверное, где-то танк бродит. Он там что-то вижу. Что там порожняком ноги тратится, чтобы припасы? Дома. Нашего кентуху сверху убили. Вот, да? Вот он. Где? Вот он. Ну, вон они, два их, блядь. Вон они, два. На. Не попал, ну что такое, блядь? А, да как так не попал, блядь? Пиздец, вообще мазок, блядь. Семён, сядь, говорит этот. Давай, я сяду. Попал, да вышли. А как не попал, смотри. Блядь, я вообще ни разу не попал, вот сейчас кто-то попал. Дальше, точная метка, дублирую. Это метка танка. Я говорю, может из-за пинга у меня, блядь? Да у тебя там такой же пинг. Гарик. Гарик, ну я отсюда не вижу, там, блядь, все там. Ой, это что за хуйня? Все, захватил. Там теперь точно Гарика нет. Метка а гарнизона. Дальше. Очень много высадились на гарнизон. Давай вот к тем ежам. Очень много пехоты бежит. Наверное. Все метки хоу актуальны. К ежам. Ежам? Я думаю. Да. Так, ну надо это отменить. Ебать, 25 человек уебали. Нормально. Это мало, надо еще. Ну, бля, я сижу. Надо 125, братцы, на этой карте набивать. Надо 225. Воу. Хорош. У них нигде больше нет гарнизонов. Тема с биноклем, наверное, вышел, смотрел, да? Что? Ты с биноклем выходил, смотрел, да? Я выходил, да, поэтому у меня очков меньше, чем у вас. Да. Ну, иногда надо это делать. Если по танку обновите. Обновил. Когда он на месте стоит? Улучшаю РСА на... Да. Ой, в медине там. Качаемся. По аэродрому пытаюсь ехать. Эй, смотри, ребята, там паспорт. А что их танков я не вижу? Танк. А, это наш, это наш. Вот. Их очень много. Там еще грузовик. Бомбежечкой сейчас можно грузовик сопротивить. Еще сопротивить. Перед нами. Да, не надо, пока. А, удар. Наш там рядом нет? Надо. Первую надо, на первой. Да. Посланнику. Просто можно гарнизон снять. Точная метка на гарнизон стоит. Да. Просто гарнизон заебать. Припасы наши, что ли, блядь? Угу. Я не пойму. Мы же за немцев. Когда наши будут рядом. Почему мне не показывают, блядь? Танк там не. Вот здесь падает, потому что спряталось это. А ну что? Можно проверим. Да. Ребята, у вас где-то там упали. Да, реально, это ж, блядь, ракета наша. Вы же подберетесь, конечно, я скажу с другой стороны. Все, поехали.
Айтер, ты сможешь там посмотреть свой гад? Они или пушку поставили, или там еще что-то стоит, приехало. Что поставили? Там еще тяжелый там. Спорт, там ударил. Опа, это что за гарик? Пушка, скорее всего, стреляет. Сзади еще тяжелый танк. Ебать, у нас два тяжелых, один на средний, пиздец. Пизда, бля. Ну это танковая карта, я вам скажу однозначно. Метка на танк актуально стоит пока что. 500 метров слева танк. Ёпта, мы сейчас провалим. Уйди. На, по-моему, орудие поставили они. Вот здесь танк. Go away! Вы видите, нет? Где я пинг поставил? Это она. Там за горой. А, это танк что ли? Это наш, это да. Она. Блядь. Ты залзает, ты не убьешь. Я вот здесь ставил. А, я понял, это за горой, там аж. За горой, да, за горой. Но нам надо вперед. Там за горой. Мы сейчас уебемся, нам. Худой. Да. Сможешь снимешь, что это 6 гарик, это правильно. Нормально, что нормально. Всё, бля, Павлович, давай, бля. Беги. Нормально, на первое выезжай просто. Да ничего не повезло, это так специально задумано было. Да, конечно. Тут танк не переворачивается. Стоит. Где-то у меня сейчас на 2 тебе. Видел я, наверное, там сидел. Бля, а теперь я вижу, как падает гарнизон. Что за хуйня? Ой, припасы. Что-то глюки, ебаные. Я тебе говорю, это интернат, понял. Я пил 116 показываю. Это справа. Это тоже больше. Обрати внимание. В угоре. Деревья, блин, будут, пацаны. Бля, нахуя ты на Д, на Д-линии снял? Танку похуй на деревья должно быть. Ну, должно быть. Я сейчас просто на первый ты догонишь. Не в этот раз. Деревья, блядь. Ты, да чё за фигня, чё мы проехать-то не можем? Там же можно чуть-чуть выдать. Просто на деревья, блядь. А, это не деревья, это пальмы, братан. А, понял. Разница огромная. Деревья похуй, но пальмы не. А пальма это куст? Это как крепость. Пальма считается кустом. Серьезно? Потерпа, мягко ничего не знает. Меня бесит, что если ты с третьей на вторую скидываешь, то он все равно, блин, просит уже первую включать. Да, вот это хуйня пиздец. Еще один по метке. Редко. С четвертой на третью он еще там бывает хавает, а так нет. Меня бесит, что вообще надо переключаться. Где автомат, коробка, ебаный рот. Да, на реконе охуенно тем, что ты можешь, блядь, разбивать. Да что такое? Что за, блин, дичь? Куда ты нас ведёшь, блядь? На позишн. Прихвати машину, там едет. I'm in position. Где ты сейчас? Где ты сейчас? Ёлка, мы там что-то. Я не вижу, куда мы едем, если чё. Давай, газу, да. Братский гарнизон всё так же на метке пола находится. Во, вот так, ровно. О, прямо, езжай, мы объедем сейчас всю эту полу. Видишь, что тут, да? Снял его. Можно вот слева заехать. Слева мы не проедем, наверное, да? Да. Не проедем. Понятно. Смотрите 500 метров справа. Вот здесь показывает технику. Метку. А, о, подожди. Стоп, машина. Танк, стоп, машина. Навожусь. А, это она. Ну, технику вон вижу, значит. А вот это. И по плацдарму, наверное, пройдем. Да потому что я под углом стою. На нахуй. Взорвали? Да. Можно ехать. Пацаны, перед нами танк. Перед нами на 12 часов. На 12 часов. Он нас не пробьет. Назад. Не пробьет? Он не пробьет нас, он нас не видит. Ты его видишь? Вижу. Нахуй.
О, чуть повыше надо брать. О, попал ты. Да куда он, блядь? Он... А вот еще и машина. Карта работает? Вот это он теперь пробил нас. Ничего нам не будет, нормально все. Блядь, нет. Горит. Вышка, вышка горит. Давай, лупи. Не, он сейчас отъедет, мы починимся. Починимся, да. А у меня нету чинилки. У меня есть, я выхожу. Выходи. Меняемся. Сеня, пах. Все, снял. Только назад не сдавай, пожалуйста. А там, блядь, кто там за рулем? Бля, палочка тебя там не убьет, если не убьет? Не должно. А вижу пушку. Ты уже почти половину вылечил. То ли не видно танк? Вижу, вижу. Видно, видно. Где? Снайпер твой повернется. А он попадает прям в этот, бля. Но мы за горой, да. Он нас не видит. За горой. Вот оно. Я сейчас дочинюсь. Где? Ёпта, бля. А, мне его, получается, не видно с пушки. Он по нам не попадет. Попадает. Сейчас чуть-чуть осталось, пацаны. Сейчас я сажусь, чуть вперед даю. О, блядь, попал. Передача. Не, назад. Блядь. А, попал. Блядь, это ж вперед, блядь, сука. Да давай вперед, похуй, назад, в любое место. Да не, надо, назад надо. Теперь видно? Пока нет. Надо выше. Блядь, ну-ка его взорвал, бля. Ёпта, пока ты там думал, палочку. Да не, нормально. Вот он сейчас все нормально сделал просто. А мы сюда не заедем. Взорвали уже. Куда ты заехали? Я нихуя не вижу. Да ты, пиздец, ты пока в гору едешь жестко. Да. Но назад, я... давай. Подожди. Встал или танка нет этого? Ох, нихуя, я выехал. Смотри, мы сейчас подкрадули. Ай, подкрадули, смотри. Бля, мы буксуем, прикинь, на песке нас тащит. Охуеть. Не, не стоит, уперся, блядь. Я чувствую, мы едем. Вот, блядь. Пиздец, мы выйдем куда-нибудь уже, блядь, правее побрать, а. Тихо, тихо, нас несет. Опа. Ну, третья пошла или вторая? Вторая. Это Камгарик? Сейчас третья. А ну стоп. Стоп, как у вас дела? Там на помощь может прислать кого-то. А вон бежит. Это не прорвется. Только переключается.
Хотя бы один танчик из взлетной полосы проедет до триггера. Нянг из ангара. Выдвигаемся, выедем. Давайте. Так, есть еще приколы какие-то? Рекон внизу есть. Поехали? Поехали. А ты снял, да, там? Что-то мы на нем не стреляем. Паса, да, но авика нет, по-любому есть. Смотрите разведку. А авик ты не снял? Авик нет, только пас. Они вот вышли из ангара из-за этого. Далеко. Где это? Да. Танка нет, а что? Пока не имеется информации. Нам, короче, куда-то вот сюда надо. Можно, 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 можно слева поехать. Для рекона, ублюдка, смотри. Ну давай поменяемся. Байки сюда снимают. Вроде скачается. Нет, это на педали. Не хочешь поменяться, да? Да ну, просто, в принципе. Бля, я еду, меня пиздец подлагивает. У меня такая же тема, братан. И не только на этой карте. Ой, точнее, не только на этом сервере. На другом сервере такая же фигня. Это еще карту не оптимизировали. Я думал, это у меня только. Не-не-не, он как будто ты этот, как будто пинг высокий очень, понял? Так он и так высокий, да. А, у меня 160. У меня 190. Ну это я знаю, почему. Это потому что он. У тебя 8. 80? Мне показывает 130, а у вас 150, 128. 90 вот сейчас упал очень резко. Да, 90. У меня... Я остановился. Давай не останавливай. Ну вот. Сейчас опять повысился, да? Бегаю за пышку. Да-да, мы объезжаем. Это не почти. Нам еще пипец сколько ехать. Это вот середина только 500 метров. Ой, бля, она куда сюда поедет? Это гарик. Как думаешь, Гору заехал? Да, мне кажется, рекон тут везде должен заехать. Ну я тогда вот... Да, рекон охуенно проходит. Попробую сейчас прямо выехать. Главное, как на меня бросить. Да, если бы меня еще не шкивало, блядь. В обратно. Тихо. Я вижу. Вот так, нахуй. Опа, блядь. Момент кейбл, он просто сняли. Сейчас вот сюда на краешек подъеду, и вы посмотрите, есть что? Что? Эйбл, там гарнизон, гарик на Эйбл. Заедьте туда, сидите. Принял. Сейчас ремонтируемся, поедем. Да, я пока пытаюсь убежать. Я нифига никого не вижу. Я тоже не помню. Поедем дальше, все пушка. Лучше чуть выше постреляй. Драйва один, полный вперед. Сейчас будет резкий хуякс. Нормально. Нормально. Нормально, мой мальчик. Нормально. Оптимально. На вот эту дурочку заедем и посмотрим, да? Ну давай. Так, Тига сейчас пробу сняли. Это наш стреляет танк. Да. Это у нас справа пушка и там дальше легкий танк. Я с трупом бегаю. Видно что-нибудь? Нужны санитары, да. Санитары нужны. Вот там, смотри. Ай, чуть-чуть не попал. На! Сколько
сколько метров было до нее? По нам танк справа. Назад, уходи. Хожу, вон справа на... Мансуй. На 70, блядь. Мансовать надо было. Так, мы спускаемся чуть ниже, чтобы не дать им сюда подходить сейчас. На права. А, мы заходили в склад. Даю разведку. По центру средний есть. Да. Берем? Я выстрелил. Ну, хули делать. Вот этого убейте по метке Хау. Один сидит там противный. Стреляет по спине. Так, где мне на локации есть метка танка, если что. Офигеть, ты видел, сколько я с километра его просто жахнул со второго выстрела? Угу. Первого. Буксует, понял, по песку не едет. Буксует, так меня из горы, короче, тащило. Командир, дай датчик. Я еду вперед, а его, знаешь, бок чуть-чуть тащит, что по песку типа катит. Не знаю. Ну давай по диагонали. Да, на тяжку давай. Танк на дорогу выехал. Под соус включать надо. Спасибо. Под соус. Который возле деревни Матюс. А это колесо пушка. Метка пол. Пипец, конечно. Сколько километров эта карта? И айта. 2 километра походу, да, она. Пипец. О, бля, я стреляю. Надо взять патроны. Это ладно. Хантер, ты наверх можешь? Черли, ты на связи? Да, конечно, я же постоянно болтаю. Лесо, а это еще хуже было. Терминатор 3000. Че? Прыгай ко мне. Я вернулся. После Азиса. Блин, ну после, конечно, Азис. Ездить очень муторно. Опаньки. Че такое? Да. Секанул. Ребята, меня только пошли по метке. Оп. Пишут на G4 там. Терминатор, прыгай ко мне. В отряд G стрелком. G4 это вот здесь. А, нет, G5. Вот здесь. Фокс, Карик горит, Фокс сзади. Бля, через полчасика доберемся. Доберемся, да. Ну да, практически рядом. Пару поворотов по нему. Едешь, а потом тебя раз резко отбрасывает назад. Да ёпта, я ради этого. Даже на пушке когда сидит там глюк. Да и на этой хуйне я сижу тоже ключик. Но они походу не ожидали такой наплыв. Ты видел, нажимаешь, все сервера на 100 заполнены. Да, да, они оттуда идут. Нет, хуя там танкисты, по 1200 уже.
метка... Тут Гарик забирает. Метка ваш. Пехоты хава актуальна. Че, поможем пацанам? Где? Вот так под вот там, здесь гарнизон. Капитана, есть что-то бомбардировка? Да, я думаю, что нет. Бомбардировка, что нет? Они уже справились. Мы держимся тогда. Если отсюда увидеть? А, да, все. Там Ялик стоит и этот... Хау-хау. Вот такой же там. Мы можем зайти просто, они сидят возле домов, отстреливаются. Чехота? А вот здесь метка танка. Эйбл, тебя сзади авик горит. Эйбл, у вас авик горит. Да это жесть, сколько мы едем. Это просто жесть. Блять. Ну слушай, так, я не думаю, если вот такие расстояния, как бы, и танкам здесь так хуёво ездить, это значит не, не танковая карта. Не, она определенно танковая, просто тут нужно грамотно как бы по позиции выбирать себе, чтобы ты не подставлялся под, ну, тут под дальний выстрел. Ну и пехота, чтобы прикрывала тебя, да, тут надо как-то... Давай. Видишь, вот в ущелье заехал, допустим, у нас слева... Слева у нас вот гора на... Слушайте, кого там забрали тигра? Прыгайте на Азис, я вам сейчас оставлю пантеру, потому что я один. Серж, ты нам, да, говоришь? Да, да, ну кого там на тигре разобрали, прыгайте на Азис, я сейчас вылезу. Пехотка готова, хау. Не-не, это не нам, это другим ребятам. Он говорит... Пантеру отдать хотел. Чё я стою, я не... Ты на первой есть? Да я на второй вроде. Лав, можешь подкрутить Гарик? Километраж не, не, не. Работает. А это хуйня. Не, на первой езжу. Я тоже вот пытался выехать, не получалось. Хотя вроде, ну, типа это, газульку дает он на полную. А нахуя, только на первый едет. Так, ну чё, смотрите, есть что-то, нет? Надо высоту взять. Да смотрю, ни хуй нет. Опа, опа. На аэродроме тоже чисто. Надо вот сюда вот забираться. Все равно. Полезли дальше. Вот, на метку пехоты как раз таки. И оттуда уже пехота. Ну вот туда нам и надо ехать. Ну да, я даже не знаю. Гарик либо Алан будет стоять сейчас. Да, очень надо. Ну, надо ну гарнизон... Чё тебе? Поставь туда пинг. На высоту, наверное, еще и паспорт. Там или дальше. Там припасы упали чужие. Пинч, да, аванпост. Там, сейчас да, будет гарнизон. Да. Прям надо туда? Будет... Да, прям туда, давай. Заедем. Вот там челик бежит, вот. Смотрит на нас. Почти, ладно. На нас смотрит. Блин, ну если там челик, то нам лучше туда не ехать, по большому счету. О, там два уже ехать. Два челика. Подожди, остановись. Остановись, можешь закинуть ему. Но уже их не видно. Уже их не видно уже. Вон, видно. Не. Вон там чел, блин, я тебе не могу навести. Да, тряска, ебать. Там припасы наши падают. Справа. Все пишут, что сервер лагает. Со спины заходит. Да, где там балок? Вот по этой хуйне ебани. Вот перед нами. Перед нами. Ну, это... Сейчас я выйду почему. Не надо пока выходить, не я выходи. Не... Вот перед нами будка, в нее стрельни фугас.
танка можно что-то сделать? Сейчас еще кто-то потерпит не сделает. Уничтожен, уничтожен. Осторожно. По будке, по камням ебашь, чтобы, ну, осколки были. Мамина радость. На связи. Мамина радость. У вас впритык много пехоты. Да, там гарнизон поставили, походу. Да, у них там пак. О! Ух, рука пролетела, да, аж я вижу. Они снизу, они есть. Палыч, посмотри, сзади есть куда ехать там? Я не могу посмотреть. Я понял. На аэродроме зачарный. А, тут там аэродром. Потому что меня с гранатой уебали. В смысле? Ты где? Я вылез, чините, блядь. Я ж тебе сказал, не вылази. Да я уже вылез в тот момент. Мы ставим по кате. Нет, там пипад уже есть. Я бегу. Опыты пробежал. Забежать триггер. Это лут по нам, блядь. Захватить триггер. Вон он слева на заре какие-то раз было. Ну что, на аэродроме справа? Толя! Знаешь, где стоит? Да, нам нужен танк, но это хотя бы один. Блин, я не вижу, куда мы едем. Застрял, братан. Стой, остановись. Стой, чини, чини, чини. Блин, да там танк впереди. Надо ехать. Вон он, подожди. Если мы сейчас начнем захватывать триггеры, они будут про нас только сэр. О, блядь. Где у них гарик есть? Я чинил, пацаны. Кто это, блядь, делал? Вы когда-нибудь будете слушать, что говорят? Блядь. Один говорит, стой чинить, блядь. Второй, я, говорит, буду целиться. Очевидно же, что нас поехали на реконе снизу. Очевидно же, что нас разнесут сейчас в таком месте-то. Нам надо было уйти. Нет, говорит, стой. Да ну, блядь. Ну, если, блядь, ты уперся, ты задом... Так я вперед начал ехать. Этот говорит, стой, чинить буду. Этот говорит, стой, стрелять буду. Я уже чинил, блядь. Да пиздец. Вам надо было... Тебе надо было, Павлович, сесть в этот, в танк, и нам надо было прямо попробовать уехать. Прямо в небе. Ну мы вряд ли, конечно, бы выжили. Снимай гарик, снимай один гарнизон. Едь, вон я на карте. Я у трупа вашего, блядь. Да ты труп, блядь, кинул нас, блядь. Пиздец, вылез, говорю, сиди в танке, блядь. Нет, полез чиниться, блядь. Куча пехоты вокруг, блядь. Ну что же, алёт. Не надо, пиздец. Ты подставил, бригада. Ну, может, я отрубился сейчас? Бригада. А? Отбивался высоко. Так, Пантера, обделим руины. Да мы, наверное, даже доехать не успеем, Павлович. Все, пизда? Ну, я думаю, сейчас, что ребята, все. Стойте. Нет, наших косим там. Это ненадолго. Скажите просто всем своим, чтобы они дымили триггеры, вы заходите спокойно. Надо сзади тебя от ПТшник, блять, алло, нахуй. Палыч, ты его байтишь на танк? Нет. ПТшник, блять, сзади тебя, дурачок, алло. Вон на горе, блин. Вон на горе, видишь? Видишь, там на горе. ПТшник бежит.
Ебать, ему повезло, я его танк чиню. Так садись в него и стреляй с этого танка. Да он отбивается, помогает. Ты можешь этот танк занять. Он умер. Давай, забирай танк. Садись просто в пушку хотя бы. А, ты тоже так можешь сдохнуть. Ну, в принципе, ты и так можешь сдохнуть. Он две гранаты выпустил. Так ты хотя бы поживешь некоторое время. Я его отчинил почти на фуловую, блядь. А мы тебя сейчас прикроем, Палыч. Он надо мной, короче, на горе. Я на тебе значок обороны поставил. Толя, видно? Или он за горой? Блять, какая это огромная карта. Это просто невозможно, блять. Полчаса едешь, блять. Ты видишь его, Толя? Ну, братан, мы так едем, что ни хуя не вижу. Я вижу Палыча, он на легком танке впереди нас. Сейчас. Сейчас. Вон он стреляет, ты видишь? По нему тоже туда стреляет. Туда попадает, я вижу. А ну ниже опусти. Назад дай. Назад чуть-чуть. Сейчас. Не, он назад. Да я слышу, я пересаживаюсь. Оп. А, это он, блядь. А где стреляют? Слева от него стреляют. По нему стреляют, по слева. По мне стреляют. Командир, есть да еще бомбежки какие-либо? А, вон, блядь. Бомби по их краю ихнего триггера. Сзади где-то стреляют. Да? Нет, за... блядь, сейчас... Просто бомби по метке пехоты хавают. Ты это из-за самолета откуда-то? За... вообще там на горе, в ебенях где-то. Так, поток уничтожен. Я уезжаю из-под огня, блядь. Понял? Сейчас Толя, прикрывай его. Где... вот где-то оттуда стрелял. А, да ладно. Так я же говорю, да, справа где-то. Ну, вон Толя, вон Толя. Вон там в дымах. Я не вижу его. Пехота по возможности прикройте, пожалуйста. То у нас высота. Там, по-моему, машина тоже стоит или нет? Они приближаются, да, потому что у нас там... Вон бежит. А, не, он все спрятался. Застрелить. Давай. Подержать. Садись, хули ты. Ну типа я ничего не могу сделать, что я. Мы сейчас вдвоем сдохнем. Садись, ты дурачок. Метка легкотехника лава будет отстоит. Ну, ладно, как хочешь. По мне хуя. Бля, пулеметчики бронированные, что ли? Да. Че за хуйня? Я ему, блядь, 5 в грудь даю, он живой, бежит, стреляет. Перед смертью. Да ёбаный рот, блядь. Известно, как далеко, блядь. Угу. А, это наш. Наш. Чё, Палыч, тебя подбирать? Нужно подкрепление танков. Я в танке еду. Но я спас танк лёгкий. Я на танке стою, но надеюсь, не будет минуса. Потому что я вижу, что просто сейчас обойдут. Да. Ты стреляешь, да, сейчас? Да. Ух, танк тут есть, ёпта. По центральной дороге. Почему я над собой прям слышу выстрелы? Сейчас там. Палыч, движемся за тобой. Центральная дорога или правая дорога? Они куда едут, блядь. Бартер, тут лава. Где-то за горой фон отправил. Вот где-то там по мне стреляли оттуда. Толя, видно что-нибудь? У них там где-то по метке похуй. Да, за ангарами, что ли? Да, выше ангаров, над этой, над выше, башенкой. Прям выше над ангарами там кто-то стрелял. О, блядь, кто это? По мне, что ли? Над вторым ангаром слева. Я вижу. Оборона. Что ты видишь? О, танк. Там танк либо был, блядь, либо пушка стояла. Да, Толя, вон там. Это наш. Нет. Наш, вот это наш. А, да. Метка. Метка хоу-танк. Метка хоу-танк.
хау. Где-то там был, блядь. А, это тоже надо было. Да хуйня. По-моему, тяжелый танк, круглая башня у него. Метка. Вот. Метка хоу. Че, поехали в туза? Вон там слева где-то, вон там где-то. Палыч танк спиздил и катается. Баклажан, блядь. Вот тут где-то за горой, блядь. А чё, Шарли на связи? Шарли тебе постоянно отвечает. Его замутим? Там, там всё гореть будет, блин. Там флажки, они мимо нас постоянно бегают. Ну, там наши флажки выходили. Стой, Семен, стой. Стой, стой, стой. Они тылы расчистят, чтобы кто-то с тылами занялся. Да, да. Да, ты понял. Ладно, всё? Поехали. Одно повреждение, и там никого не останется. Так, вот тут свежая метка техники. Понял, дай нам вверх это раз. Ну они с гор противоположных ебут. У нас там танки стоят, блядь, я им похуй. Пиш, пиш, Гарри горит. Сзади. Соплю наверх. Ты наверх соплю? Я рядом. Палыч, чё ты вылез из танка? Чиню его. Толя, смотри слева на С. Слева точнее. Мамин радость, там Гарик снимает там. Защити их, умой. Вот здесь гарнизон снимает. Один человек забежал в ангар. Наш? Да. О, вот техника, техника. Вот он, вот они лазят здесь, смотри. Технику уничтожь. Слева смотри, слева сейчас будет. Только что он тут лазил. Я точно видел его здесь. Эй, Гарри, сними гарнизон, там первый точно наш. Супер самолет там лазил. Сейчас разведка будет перед нами. Пехота точно есть вон там? Лево. Да, да. Нам главное сюда припасов не скидывать, потому что у нас здесь все против. Так, карта у нас дымит. Еще раз меточку покажешь? Да, закинул на маркер. Пушка ПТ стоит. Вон она. Где? Ты что, до нее не достаешь? Ну, за горой не видно. Это ты стреляешь, Палыч? Да. Да. Толя, сейчас чуть со спины зайдем. Тут скалы правее обойдем. Только я не понимаю, пробиваю я или нет. Давай плацдарм на это. А не, не надо. Обзор подкрыл. Я не пробиваю. Ну, сейчас кинь на нее еще раз. Бинг. Хотите их зажать? Получается. На метке это вы едете. Стой. Там танк был? Туда, туда, нет, нет, это противотанкист прям в лицо выстрелил. Они стоят возле пехоты, и все. Вор Хиро, пожалуйста, вот ты не... Короче, ладно.
Давай Толя на гарнизоне, который ближе к Палычу. Я пехоту не вижу, потому что вы дальше не можете. Это не тебе, я не тебе говорю. Ты в атаке. У нас есть танк. Работай с нами. Работай с нами, пожалуйста. У нас танк, который просто стоит. Он держит позицию, чтобы не выехали с тех дорог. Танк, едь, едь вперед, там у них аванпосты стоят. Просто немножко в точке. Я не могу развернуться. Я проеду, если вы сейчас прикрутите. Да, блядь, я вот еду, у меня просто вправо ебушат ПТшники. Вот я еду, у меня просто ебашит. Их там все вон посты стоят. Я понимаю, как я тебя проеду, если еще ебашит. У меня уже полкорпуса нет. Как я проеду? Ну хотя бы я там чуть пехоту без раздал. Я не хочу просто сливать танк. Мы рядом, мы рядом. А иконки на торпедку ты поставил? Прикройте, пожалуйста, справа. Танк, блядь, да, танк меткахау. Вам пиздец сейчас. Айтем на связи. Нету тебя. Меткахау танчик. Че, давай тогда возьмем это. Командир, можно снять Гарик Д4? Подразделявку. Да давай, уже надоело ездить через всю карту, это пиздец вообще, это нереально. Да, ну, да, далеко ездить. Вообще неинтересно. Давайте противника на ай-5. Создал? Да. Смотрите, один берет командира, понятно, второй берет противотанкиста с этим, с пушкой, который ставит пушку, а третий берет соплемена. А сколько ждать до того, чтобы Гарик сломался? Я командира взял. Ну, ты берешь командира. Толя, у тебя нету этого чувака, который пушку ставит? У него нету. Ну, значит, я им буду. А может, этот... Так, а где твой взвод, Палыч? Я поддержка, да? Да, преп, поддержка. Да. Ты бери, да, поддержка. Пиш, у тебя Викс сгорелся, пиш. А я тогда возьму противотанкиста с пушкой. Так, и давайте, что? А, я все вижу, Палыч, где ты? Ну, вон там, там гора. На вот. Нее заходим, ставим там пушку и да. Развлекаемся. Смысл нам от танка вообще нету. Теперь уже нет, когда мы их поджали. Сейчас просто ебашим. Не, ну когда ладно, там... И мы с тобой вторая... высадились, где мы с тобой стреляли, блин. Вторая, третья точка еще ладно, но вот четвертая, пятая, это ну, просто нереально доехать. Да, далековато. Я. Очень далеко. Да и вообще в целом, посмотри, какие открытые ну, расстояния. Вот был бы я снайпером, например, туда бы залез куда-нибудь справа. И фигачил. Слышно, как танк стреляет впереди. Палыч, аван поставил, да? Вижу. Завалил, Палыч? Да, аккуратно гранату кидаю. Мужчински. Вон там тип сидит. Где? О, справа, справа, справа. Он бежит. Где? Да туда нереально попасть. Пойдем с другой стороны, они сейчас так и будут по нам стрелять. Вон снайпер. Где? Он бежит. Тот четко на точку. Видишь его, да? Угу. Да, попал. Я тоже попал. Убили? Походу. Ну я один точно попал. Да, я попал. Ебать. Нихуя. Я с автомата попал. Там еще один вон бежит. Да пошел он нахуй. А вон пушка стоит у них, да? Палыч. Я по ней тебе и говорил, да. Че, давай тут поставим нашу. Она живая, посмотри. Ну да. Живая. Можем ее уничтожить. Можем нашу вот здесь поставить. Можем вот здесь нашу поставить. Если мы вот здесь поставим, мы будем и налево стрелять, и направо. Да, вот на вот этом месте где-то, да? Угу. Да.
Кто, блин? Блять, это стреляет, по-моему. Оттуда слева. Вон кто бежит? Днём. Нет, снизу. Вон. Вон люди, вон человеки. Человеки. Да давай пушку ставить. По мне не попадают. Ай, нет, попадают. Давай вот сделаю вот так вот. Вон танк, братцы. Это по нам лупит прям жестко. О, новые эти, слышишь? Новые штучки добавили. Кто-нибудь видно кого? Слышишь, пехота теперь тоже может ставить маркеры. Скинь припасы здесь. Давай. Скинь, пожалуйста, припасы. А, тут нельзя ставить. Что, кидаем? Да, наверное. Мы все равно далеко не уйдем. Да, братан, нас сейчас убьют, бля, короче, ебать, я уже все, у меня аптечек нету. Я тебя вылечу. Пиздец, нам писнаху навалят. Да сиди ты, бля. Да, будешь мою аптечку? Ёпт, как он умер? Я не знаю, я его не успел отхилить. Два оленя, бля. Так, я же тебе говорю, сиди ровно, ты сбиваешь это. Да нет, ты просто не успел выжить. Это палочка, бля, друга. Ты да хватит, блядь, стрелять по мне. Чё за прикол, блядь, в этой игре теперь? Новый, блядь. Появился, блядь, по тебе стреляют вообще непонятно откуда, по твоему силуэту просто. И не спрятаться никуда нормально. Откуда стреляют, непонятно. Тоже не пойму. Да это пипец, блядь, карта бомба. Сейчас вот я отсюда выйду, и меня отсюда будут стрелять. Они отовсюду просто берут и стреляют. Идиотизм какой-то, ей-богу. Смысл вот это вот, блядь, что это, PUBG, что ли, ё-моё? Ну? Вон чувак бегает, блядь, 800 тысяч километров, блядь, и чё, мне по нему стрелять, что ли? Зачем я вообще его вижу? Что, ставим, что, нет? Да с удовольствием, пока перестанут по мне стрелять. Я не вижу откуда, блядь, вот все посмотрел, прикинь. А, вон оттуда, блядь. На 110, вот где-то вот с той стороны стреляют. Попал пидорас по мне. Сейчас, блядь. Я вычислю, нахуй. Не успел. Ты, может, пойдем отсюда? Надо валить. Да, мы тут как тут пройти, если они сейчас там горы эти заняли? Полюбасу по нам. Ну, он стреляет туда. Да. Домик там, блядь. Я в домике. Так надо кричать. А вот там вон пулька стоит, а где на горе, блядь? Да я видел, да, я думал этот. По тебе тоже попали, нет, да? Метку точно на горе дали. Бегут, блядь, снимать. Я нифига никого не видел. О, пиздец, я убил. Палыч, а ты где? Бегу. Вот недалеко от тебя. Толя, высадись на гарнизоне, а не на ванпосте. Они гарик сломали, можно заходить туда. Ну, я танк слышу. Ты поставил там что-нибудь, а ванпосте? Сейчас.
Было бы вообще за пинга тогда. Ой, блин. Сейчас. Да. О, там разъявлено. Внимательно. Прям рядом, рядом? Я вижу танк, могу поставить пушку здесь. Нужны только припасы. А, это наш танк. Это наш танк, да. Ты ставим пушку? О, да тут они, вот они, лежат. Слышишь, пацаны, вон они тут бегают. А, вон они. Вон они, уроды. Тебя убили, что ли, то ли? Нет? А, убил тебя. О, пиздец. Справа, что ли? Нет, нет. Там либо пулемет, либо... Это жесть. О, чё у меня? А, всё. Думаю, чё за дела? Чё, у меня ничего не работает? Мы выиграли. Джигадрига, бля. Пацаны, Толян сегодня заслужил лайка царского. Да, конечно. Палыч, а как я больше тебя набрал, не пойму? Ну, я ж на лёгкий сел. И уехал. Я за рулем был. Да. Уехал за закат. Где ты заметил, кто-то тебе постоянно лайк ставит? А, Толя. Толя, наверное, да. Он же себе не может, точно. Мне? Нет, тебе мы вдвоем ставим. Это мы вдвоем. А Палыча ты ставишь. Да все правильно, у него уровень маленький. У него маленький. Один раз, один ему, один тебе. У него еще не вырос. Там можно только один ставить, Толян. Да, один писсинг сильно вырос, блядь. Я член экипажа 4-го уровня. Член ты, блядь. Да, да, ты прав. Ты шлем одел? Да. Давай подпивай, хуй тут там этот. Да, да, блядь. Да! Хули нет, если да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Эль Аламейн опять, что ли, блядь? Да ладно. Ну нет. Да, Карабах. Ну нет. Уходим. О, мы теперь за Великобританию. Ну, попробовать можно. Чё, танк? Или давайте пушку ставить? Танк? Давай танк. Давай. Дал я эти пушки. Блядь, я создал. Чё, рекон? Взял. Рекон? Алло, да, блядь. Да-да-да. Рекон да. Снизу стоит. Ой, да, блядь, да, зачем да, я да. Высадился? Делаю переброску. Подождете, пока меня. Нихуя у них прикольный рекон. Я не видел, кстати, еще вообще технику их. И, ну, наверняка должны быть фишки свои. Так, всем привет. Ебать, это рекон, нахуй, серьезно. Это джипики, да, крысами, да? Всем привет, я только начал играть. Смотри, Палыч, машина справа, может, тебя со мной? О, нифига, у них форма прикольная. Мне она не очень нравится, если честно. Комбинезон таксиста. Я был убит ботом, носатый. Что?
И я. Меня убило, блядь. Ну, меня тоже. Я ебать. Че, ебанулся? Ебаный. О, нифига себе, рекон какой. Меня убило. О, слышь, так, а я вообще не могу этот... Я ай, высадиться блядь. Не могу. Меня залагало что-то. Блядь, это меня... нас братан, слышь? А. Меня что-то опять... чикает, блядь. Парни, а у всех залагало? Вы нарушили блядь, правила поднятия сервера, блядь. Комментарии. Меня выкинуло с сервера блядь, вообще. Блядь. Схуяли, блядь. Или я нажал блядь. Выйти. Случайно. Запрещено. Нас бетон пытается отжать. Мне кажется, нас админ кикнул, чтобы на реконе уехать. Нет? Хуйно. Я тут за рулем, блядь. Нихуя не понимаю, блядь. Павел, где ты? Давай высаживайся, бабушка. Что произошло? Я что-то ничего не пойму. И кто рекон наш взял? Я. Толян. А что со мной произошло? Я не знаю. Это же какая-то шляпа, бля. О! Сеня, давай, поехали. Поехали, давай, парень, парень, парень. Дави его. В смысле, блядь, дави? Ну и чё, ехали? Нам в другую сторону. Ой, блядь, может я за руль сяду, а? Нам в другую сторону. А, Палыч, ты за рулём. Может, слушай, я? Я просто раз нормально довёз. Да я помню. Опасно. Ну и чё, как ощущения? Залупа. Да? Хуй. Знаешь, какие ощущения? Нет. Велосипед я чисто. Я о, понятно. Как ты сейчас нас разъебёшь? Налево, налево. Налево? Да, и прямо, вот так. Прямо, прямо. По вот этой дороге. Да, 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 да. Я думаю, надо прямо. Направо. Блять, Толян, не надо. Я вижу, что там происходит, поэтому лучше. Прямо так и съезжай, да, 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 правее. Да, ебать. Да, нормально. Все, можно. Нормально. Чувствую просто дорогу. Париж. Да ты просто не играл в ралли Париж-Дакар, блядь, 2002 года на первой PlayStation. О май. Ты PlayStation играл, блядь, Колин Макрей ралли играл. Во-о-о-о. Нам надо по метке перемещения, ты ее видишь? Карта была, блядь. Вижу. Раз надо, значит едем. Подавай, поднадави уже, а. Че на пятой еду, блядь? Я не знаю, пятая или третья у тебя. Включаю уже. 30 километров в час. Он больше не вытягивает. Пора ракеты. По хребту едь, да, чуть левее вот так. По хребту пока не получу. Стапи. Осмотр телесный. Бейкер, на тебя пропался когда? Уазис видно, что? Слышишь, там Гарри когда точка захватится. А, это она. Блять, вот. А, он за горой. Он за горой, блядь. А,
А, ебать, это цел... Ебать, это гора вообще, блядь. Кто да, нас кудит? Да, это гора. Кто нас кудит? Чарли, тут аванпост на этой горе очень хороший. Дизель такой громкий пиздец. Давай уже поехали дальше. 3 литра он дизель. У нас это не наш. Это наши. Это не наши. Это наши. Какой? Мы же не за немцев. Блять. Ой, блядь. Ну это пиздец. А меня кикнуло. Вы игнорировали предупреждение и были наказаны. А за что? Я так и не понял. За что, блядь? Ну, я сейчас посмотрю, что там за предупреждения были. Семён, ты опять заберёшь меня? Да. Да, да. Чидарас, ты, блядь. Не видел я там никаких предупреждений. Там галактики, блядь. Да, ебать, их там мало уже, блядь. 45 человек, пиши, пиши. Напиши, там чидарас, блядь. Мы с ними играть не будем больше. Не по понятиям так пикать нас. О, все сервера русские потухли. Так вот сделали. Не вижу я никаких предупреждений от админа, это что-то бред какой-то. Бот какой-то, ёбаный. Чушь какая-то. Угу. Чё тогда, другую карту? Война. Дрил есть, 87-5, на месте. Микрофон Германия. Дрил. Дрил. Да, микрофон Германия. Мудафон, за что нас вообще, непонятно. Да пошли они нахуй. Да, то, что... солдат. А чё, это сервера упали, короче, да, какие-то? Надо тут... нам набрилики. На тот 40 человек. Ну, на котором играли, там вообще 40 человек. 40 это, видимо, всех кикать начало, блядь. Ну да, что-то случилось. Блять, везде этот Эли ломали, блять, заебали. Да, это вообще ужас, чем она так хороша. Давай в дрил поиграем. Это где? Я так не знаю. Да ты скажи, куда? В Германии, Павел знает, где это. Вон есть First Airborne, Join Us in Victory. Английский. В дрил мы еще не играли. Пинг 90. Это за Великобританию просто я. Просто будем за Германию. А, ты вот зашел, да, Толя? Ага. Палыч, погнали. О, да мы тут выиграли. Ебать, а что за хуйня? А Палыч не сможет зайти? Почему я зашел? А какой взвод? Да Толя, чё говоришь? Дрил, захожу только на сервер. Короче, я создаю. Всем так. Да, это Британия, да? Нет, за немцы. Steht doch längst. Ah, там 49. Ну я и говорю. О, нифига себе, тут вместо этого, слышишь? Вместо посадки с пшеницей тут цветы растут. Только губы. Кого брать? Да кого хочешь, брат. Противотанки бери. Если это цветы, то карта, наверное, Голландия.
noch irgendwo eine Garni aufstellen? Ja, die war nicht gut. Толя, возьми трубы чисто. Надо их собрать. Что такое труба чисто? ПТшник. Это танки рядом? Угу. И не один, походу. А я могу теперь зайти? А, меня откликнуло. А что за хуйня, бля? Понятия не имею, братан. Что происходит? Бля, меня выкинуло. Меня тоже. Ублюдки, дайте поиграть, блять, заебали, хуесосы. А за что? Я это паузу навал, блядь. Читы свои поставил, небось. Ты чё? Да? Да мне без разницы. Мозга мандрюни. Польш клан серви. Курва. Ты все паузу, блин, поле, курва, обозвал всех и теперь. Ну, чистир, черная метка. Он только заходит, нас сразу выкидывают со всех серверов. Ну, это как гаишники останавливают, а у тебя глаза выкладывают. За немцев. Ну вон HLL official есть, Европа 8. Толя, ты в наступление пошел. Наступление СССР. Это что такое? Это, блин, не очень режим. Да? Да, по-любому. Я удаляю. Я удаляю. Игру? Вот и там палочки, блин. Нет, блин, что ты там сказал? Я не знаю. Да не, какой СССР, палочки, остановись. Палыч, отдаем все в пенины руки. Я думаю, надо вмазать. Вмазать? Нет, завтра я уже не вернул. А че, блин, эти упали? РККшники. Ничего не пойму. Они оттыкались эти. Я завтра охуею вот так, и завтра трактор приеду. Да ладно. И что делать будет? Дыр-дыр-дыр. Дыр-дыр-дыр. По полям ездить? Будет. По полям, по полям. К Анатольду едет. Подключайтесь ко мне. Хорошо? А не хотите. Только пошла карта новая. Опять дрил, блин. Угу.
Сейчас все нормально будет, не ной. Минерал. Минерал, блин. Just for your info next time. Да, Гладиан, дрил. GH45. Walk through there. You don't have to go through the bridge. That's the easiest way. Чего? Немцы? Да. Немцы. Анатолий. Ты знаешь, что ты на стриме? А где вы сами? Там сохранилось, как ты рыгнул. Sending supplies to Bridgeway for you guys to deliver. Okay, что тебе долго ждать? Чичос, whatever. Где вы сами? I'm sending you supplies. Ты блядь, ты чё, блядь? Охуенно. Чё? Он меня ёбнул. Толик? Да. Ну, казнить надо, блядь. По-любому, блядь. Он не жилец. Заебись. Да хватит вам, блин. Да хорош, блядь. Да поехали. Thank you for the notes. I need two more sets of notes, guys. Ай, блядь, высадка. Да поехали. А надо подхилять. Я же, блядь, затеку нахуй там. Пиздюк, блядь. Въебал его. Наказание, блядь. А ты где, Палыч? Ой, я пытаюсь сесть. Садись. Ай, блядь. Да, вы тоже раздавили. Сука. Спасибо, блядь. Извини, Палыч. Спасибо, блядь. Тебе тоже наказание. Давай бы засечели, блядь. Я худел. Дверь-то ебал. Hey guys, ask your engineers to build me some nodes, please. Да поехали, блять, вы. Да заебали. Я с вами в натуре как с детьми, блять. Ты чё там выстрелил? Перезаряди, блядь, разведку. Так? Понятно. На R нажми. Пернул, что ли, да? Да, я тоже слышал. Ты слышал, да, Палыч? Echo squad, if you can, place gears on my place gear mark. Thank you. Charlie, you too. You have enough supplies right now. Build a gary under the bridge, please. Yes, sir. Thank you. Техника 300 метров. Не видно? I want you guys to attack from the flank and I need one squad constantly in defense. Вот здесь показывает. Light tank on my mark.
А вот припасы падают. Слушай, то он на метке не стоит. Ай, ай, блядь, ну не надо, я столько увидел челиков там. Переезжаем на ту сторону. Okay, you will be the defending spot. I need you back on bridgeway, please. The rest of you can attack them. Вот здесь можно проехать, наверное, да? Опа, блин, они видят. Sending new supplies into the compound a little bit behind you. Ну, почему я... А, вот, блин. Буду поворачивать направо. Okay, sending a recon plane over gun emplacements. Check your maps. Тут где-то кто-то валит. Вон где-то кто-то стоит. Ой-ой-ой. Окей, вы едете. Окей, вы едете. Спереди, спереди. Вон он, блядь, слева был. Блин, не надо было так близко подъезжать. Да, надо было стоять нам. Enemy supply truck on my light vehicle mark. Что за пехота? Там есть один танк, если хотите, легкий. Слева, блин. А? Легкий танк, ну он пукает, блядь, плачу. Интересно. Да, давай в серединке, где мост. Блядь, я уже танк взял. А, ну поехали. There's a tank also somewhere on the left side. Be careful. А Палыч уже вышел. Я уже на серединке. Mike, mark, is your garrison marker accurate? Он прям на мосту. Copy. I'm gonna go and check it out. Да поехали, Толя. Да, ехать. Палыч уже этот. Пометки. Мне танк зажал, блять, я дальше продвигаться. Ты нам скинь на него метку, мы тебе дадим сейчас поддержку. Да. Палыч. Во. Где? Он едет прямо. Прямо. Guys, I need more notes. Where are my engineers, please? Do you have any enemy tank marks, guys? There's plenty on the railway in front of the bridge. Anatolt? Да, да. Мы поедем, нет? Вот еще легкий танк. Прямо ехай, все правее, правее. Вот так, да, ехай. Метка Н, видишь? Да. Там, там рекон вражеский. Но он внизу. Я понял. Толя, прямо вот так и едем. Да, я вижу. Он передом ко мне стоит. Сейчас, Палыч, я... Если ты сзади подъедешь к нему... Не спускай с него глаз. Мы едем. А, он уезжает, уезжает. Good job, Mike. Приезжает собака. Я вам проверил, что ли? Не-не, езжай прямо, я думаю, мы его успеем достигнуть. Дымится. Looking good on the point, guys. I need somebody Палыч. To help their support guys to куда? На базу поехал. Down 50 supplies. А, вот, он, вот это он, да? Save me some supplies, please.
по мне бьет там. Прям. Толя херачит только так. Толя, давай вот тут встанем на макушке. Палыч. Я умер. Зачем? Я тут не вижу в кустах ни черта. Отличная позиция. Yes. Okay, what's happening with the bridgeway? We lost the garrison over there. Так? Ну да, пока стой. Нас видят, Толя, назад, 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 назад. Прятаемся. Еще назад. Сейчас нас убьют. Не попал. Не выезжай, он по нам стреляет. Там наш танк выехал. Ух. Лучше нам не выезжать, Толя. Бля, не вижу вас. Давай пока так постоим. А хули толку? Recon squad has been killed and they're OP. Enemy firefly. Тут что-нибудь видно? Ну, видно, что вокруг нас, но... Больше пока ничего не видно. Там два танка по центру поехали, по мосту. Забейте. Прям поехали? Да, они выехали, разъебали его. А, туда вылазим. Поехали вперед. Нам нужно больше информации получить. Сейчас. Подкрадули, делай. Главное, пока кули не делай. А, да, вон он, сломатый. Тебе говорят, мама на радость. Что? Капитан, о, блядь. А что говорили-то? Чё-то enemy, это guys и бабах. И следом бабах. А, тебя убили? Да. А, он тебя, видимо, предупреждал. Рекон справа есть. Чё, мы опять в эту будем играть? Может, постреляем? Reinforcing gun emplacements. Толя. Давай к Палычу зайдем. А то он двигается там как непорядочный без нас. Сука. Там точку отжимают наш. Какую? Как она называется? Ну, понял. Огневики, или что это? Так называется. А, нифига себе, он уже на следующую в атаку пошел. Палыч, иду к тебе. Да. Толя. О. Ты там че? А он на реконе поехал, чудик. О, вижу технику вражескую. Где? У меня есть сачель. Ой, там грузовичок стоит. А если грузовичок стоит, значит, что там может быть? Ну, сопля отныне. Ну, блин, а, Палыч. Блять. Разъебали её. Ты, потому что ты его отметил. Да. Красавчик. Ладно, больше так делать не буду. Толя там провалился, что ли? Нет, разведка, блин. Я хуй знал тебя, если б еду по полям. Ну
ты кто поставил 350 метров не отправил? Вон хуйня едет, Палыч. Ну, что я могу сделать? А, отметь. Есть, это тьму я не вижу. А, все. Приплыл курябчик. Ну тут жесткие, конечно, танкисты какие-то играют. Пехоты я тут вообще что-то не наблюдаю. Палыч, а как я так бегу, блин, уже полкарты пробежал, ты все там лазишь? Я аккуратненько. По полям, по полям. Я тоже аккуратненько. Слушай, ты заметил, что быстрее стали бегать эти? Звук, типа, бега изменился. Да хуй его знает. Он все так же. Мне кажется, что нет. Ой, девочка там есть. Девочки тоже играют, получается, да? Не путай, иногда это бывают маленькие мальчики. Да. И тогда очень неприятно становится. Вон там танк. Блин, я только этот кидаю. Это наш танк или нет? Где? Вот это. Мы не видим твой пинг. Мы в разных взводах, братан. Какого он цвета? Наши желтые. Да, блядь. Почему он мне не показывает, что это надо? What? Он с моста съехал. Это наш танк или нет? Ну да, там два наших. Если на твою сторону, то их. Окей. На моей стороне. На твоей стороне. Просит Гарик поставить. На твоей стороне у нас танков нет. Да ладно. У них зеленые танки, да. Да ладно. Я тебя вообще не вижу, где ты. Ёбаный, это их танк. Ну да. Ёбаный. Отличная работа, пацаны. Я пошел Гарик ставить. Блять, меня убили. Ладно, возражусь, там поставлю, значит, сам. У тебя там аванпост стоит, прям он на твой, да. На твой аванпост кидает. О, попал, нихуя себе, блядь. Блядь, не попал. Попал. Я, походу, не побиваю. Танк, чё ли? Я не пойму, это наш или нет? Бля, он испарился. Вот так. Я тут не играю. Ну иди к нам, Толян. Там едет. Где? Где он? Вон я бедку поставил. Вот.
пехоты метку поставил. Сука! Он убил меня. Рекон ездил, блядь. Падла собака, тварь. Ахтер, ты где? Пытаюсь поставить этот. Ты пытаешься? Ну, на ходу не ставит, блин, этот гребаный взрыв-пакет. Ебать, отзывается. Чё, кто? Кто, на тебя? Ну, я им клич дал, они тоже так же, блядь, начали делать. Он челики видит. Блин, прикинь, я метров, наверное, 50 под танком бежал с очелью и не мог на ходу поставить. А когда он остановился, я уже этот, вокруг меня уже 20 человек там, походу, было. Уже не вариант было никак его поймать. Но я сейчас отсюда заряжу. А где ЛТшка? Убили ЛТшку? Да, уебали. Ну, я сейчас этого тоже поймаю все равно. Там куча техники стоит. О, едет. Кто? Легкая. Сопля, сопля. Ну, сопля нам не интересно. Ох, там сколько пехоты, братан. Ой-ой-ой-ой-ой. Там просто жуть. Пробуем домик. О, я машину взяла. Нашу? Да уж. Идея, конечно, хорошая. Да, походу через озеро не проеду, да? Ну, как не проедешь, проедешь. Не всякое озеро можно проехать. Да, я вот не такие разбираю. Ты же по полям ехал? Ну. Значит. Значит, твой трактор и по озеру должен ехать. Палыч, кого убиваться, покажи. Я по кустам похуярил, там убил двоих. Вон там. Вон там, где там? А, вон перед нами там. Ебать, он прям на дороге стоит. Где? Пингани? Сейчас. Вот он. О, блядь, он меня готовит. Да блин, меня убивают, я вообще ничего не успеваю сделать. Прикинь, я в него упаду, он не попал. Ебать, блядь. Еще блять, теперь меня в жопу, сука, дернули. Соболезную, брат. Блять, вот был бы кто-нибудь ко мне. Жалко этого добряка. Ничего, ничего. Короче, ладно, я выхожу, ребята. Заебался? Заходи к нам. Ну да, что-то ты отделился от общества. Я понял. Да нет, ну просто, блин, ездить надоело. Тут нормальная катка идет. Да.
Вон чехоты сколько. Аккуратно на дороге могут быть. Там фраер лазит. Я не могу. Ох, ебать, уебал. Че, попробовать шугануть этот танк? Ты убил ли тебя? Не вижу. О, Палыч, меня! Откуда? Вот где я лежу, прямо на мне. Походу его уже убили. Короче, мы с ним перестреливались, да, в итоге я лопатой мимо него, короче, промахнулся. Блять, нахуй я подошел, ну блять, сука. Он лежал, да? Он лежал? Да, его убили, и я только выхожу, и меня, блять, убивают тоже. А вы где, вы в триггере или где? Нет, аванпост стоит. Ну, блин, как бы это... Ну, левее. Танк так и стоит там, да, ихний? Да, ему похуй. Там тяжелый. Ну, я сейчас... Но вокруг него пехоты дохуя. Его облепили. Похуй, там он тяжкий дох, видишь? Уже пытался пройти. Прикрывают его, короче. Да. Как там могут. Хуй подлезешь, блядь. А, ну тут дорога заминирована. А, о, чё-то. Кто-то подлез. Какой-то подлец. Блять. Блин, я слышал то, что тебе откуда-то. А, вон она, коза, это лежала. Да ё-моё, и меня шмякнули. Ничего не понял откуда. Короче, прикол, теперь нельзя смотреть на карту и прощаться. Понял? Палыч. Одновременно? Да, раньше, ну ты типа карту нажал, F держишь и прощание идет. Я так ни разу не делал. Да не ладно. Знал. Сейчас да. Можно было типа F зажать и нажать M, типа карту открыть. Пока умираешь, можно было смотреть карту. А это теперь запретили делать. Очень удобно было. Где-то тут лежат они в полях. Угу. Убило, блядь. Да ты смотри-ка, а. Куда, короче, откуда? Они вот тут в садах лежат, их много. Ну я вот аван поближе откинул. Угу, отлично. Мы можем вообще в атаку пойти правее. Вон вижу одного. А где Анатольд? Толян, ты чё? Ты будешь играть с нами? А он... вроде бы тут. Вроде бы тут. Куда делся? Аккуратно, вот там вот под нами, короче. Гадёныш где-то, блядь. Не вижу. Вот, где, вот куда я смотрю? Вот где-то вот тут вот, сука. Лежит, не вижу, блядь.
Подожди, я тоже не вижу. Захват пошел. Потеря там. Рука дрогнула, блин. Прикольно, тут в кустах можно прятаться. Техника едет. Угу. Не наша. По дороге прям едет. Легкий танк. Горит. Въебали все. Ты въебал, да? Да. Охуенно. Как он вовремя тут появился. Угу. По тебе стреляют, Палыч. Да, да. А с дороги откуда-то, блядь. Я, сука, в него выпустил же, блядь. Выпущил. Выпущил, да. Доктор ко мне подойдет, не знаешь? Вон там, братан. О-о-о. Я своего убил. Это ты в меня, значит. Вас убил союзник. Спасибо. Ну там просто этот чувак, который тебя убил, он побежал туда, где ты лежал. Возможно, я и его убил. Приоритетная цель, бабушкин крадун два раза. Спасибо. Спасибо. Спасибо, ага. Это репорт, понимаешь? Да, базару нет. Жалуйся, жалуйся. Да. Да все, это вин. Вся команда. Триггеры. Да там пизда нахуй. Good job. Сука, я думал, кто меня шмякнул, это ты, блин. Да? Никто не мог, блядь. Никто не мог, кроме тебя. Да. Толян, где Толян? Не знаю, может, Санька болтает. Да его в игре нету. А, есть вон он. Ну чё, заканчиваем, Палыч? Толя ушел куда-то. Время без 10:02. Охуеть, тебе на работу завтра? Нет, я суток только сегодня. Завтра можем поиграть там, я не знаю. Ну, в принципе, да, можно так. Я завтра не буду. Услышал, смотри. А ты где будешь, Толя? М? У меня завтра дела. Послезавтра мне рано встать. Ты имеешь такой намек, типа еще чуть-чуть поиграть? Не знаю. Не, ну если сейчас будет вот этот вот, как он называется? Я чуть-чуть его убил, только, блядь, товарища, блядь. Да я не знаю, что ты там засухарился в этой реконе. Бля, у меня на фоне я стреляю, прикинь. Бля. Ой, бля, опять залупа египетская. Египетская сила. Че, будем? Выходим из этой шлайна.
Да не, давай выйдем, блин, это вообще бред это играть. Она реально надоела. Это нужно за этого, скажи. За разведку сразу садиться. Давай за разведку. Угу, втроём, да? Я тоже вышел. Один кто-то там на плечах поедет. Но да. Вот эта карта еще ничего, согласны? Жил, да, вполне. Такая играбельная, в принципе. А вот... А вот эта новая, конечно, вторая, это просто ужас какой-то. Она мало того, что глючит дико. Ну давай попробуем на наш сервер на русский зайти, что нас опять кикнут. Ну там опять эта карта, там мало людей, да. По 22 человека, это просто ни о чем. На такую карту большую, прикинь. А вторую наоборот маленькую сделали, да? Да, ее меньше сделали, вторую. Ух, бля. Хуй его знает. Да сейчас, видишь, ажиотаж, блядь, на новых картах играют. Ну да. Кстати, в этом, в бокс тоже обновление вышло, даже интересно посмотреть, что там. Давайте тогда закругляться. Ну да, нету этих серверов. Толковых. Чё, всё? Да, я уже ливнул. Анатольд? Да, я тут. А? Я ещё тут.